12 июня в нашей стране отмечают один из самых главных праздников – День России. День России – это праздник свободы, праздник мира и согласия людей, праздник страны торжествующего прошлого и великого будущего. Но чтобы это великое будущее наступило, за него нужно бороться каждый день. Сегодня мы вышли на улицы, чтобы спросить у ульяновцев, а что для них значит праздник День России, а также кто для них является героями нашей страны. Ветераны, в первую очередь. Не все граждане России. Я спасал людей, но косвенно. Не так, чтобы своими руками. Ну, от водителей тоже много что зависит. Жизни людей. День России. Ну, хорошее отношение к своей родине, забота о близких, о родных людях. А кто для вас герой России? Если я скажу Путин. Ну, можно не обязательно фамилию называть, а просто какие-то профессии или... Наверное, мой отец. Так хорошо думаю, Путин. А кто ваш отец? У меня отец военный. Он воевал в Афгане. Кто для вас герой России? Деев. Деев, замечательно. Кто? Матросов. Много. Врача Михайлова. Кто там? ВДВ наше. Ульяновское. Наш ВДВ. Все молодые парни, которые за нас, за Россию. Я патриот России. Я ее люблю и желаю, чтобы она процветала. У меня у сестры в этот день рождения, поэтому этот праздник для меня очень многое значит. Ну и в том числе это день нашей страны. Вот. А кого вы считаете героем нашей страны, героем России? Возможно, это пожарные, полицейские, врачи. Вот они самые главные герои в нашей жизни, потому что они всегда на стороже, всегда готовы помочь. У них очень тяжелая работа. Во-первых, это праздник Родины нашей, и я счастлива, что я как бы тут родилась, живу, очень горжусь этим, и праздник, ну, как бы один из главных, я думаю. Герои страны все-таки те, кто нашу Родину защищали. Не из нынешних каких-то кумиров, а те, кто именно вот в прошлом как бы внес большой вклад. Наверное, в этом году герои нашей страны – те, кто участвует в спецоперации. Праздник всех россиян. Мы патриоты, мы любим свою страну. Герои. Наш солдат. Я в этой прекрасной стране 6-й год являюсь студентом медицинского факультета и вот скоро заканчиваю. Мне здесь очень все нравится, и все, что здесь происходит, для меня стало родным, поэтому я от всей души буду праздновать этот прекрасный день. День России означает, ну, мирное небо над головой, вот, чтобы не было войны, самое главное. Вот. А так все нормально, все хорошо. Мне очень нравится свой город, вот. Очень приятно. А кто для вас герой нашей страны? Герой? Герои, ну, такое общее понятие. Так, герои, общее понятие. Ну, которые защищают нашу страну. Вот. Отдают, чтобы мы жили. Вот мы живем. Вот война прошла, 41 по 45. Вот, за нас все воевали, чтобы мы жили. Вот мы живем, радуемся. Ну, поэтому они есть герои. В принципе, сейчас военные, которые участвуют в операции на Украине, они ведь тоже хорошо помогают нашей стране побеждать, идти дальше. А для вас кто герой страны? Я поддерживаю точку зрения моей подруги. И также я думаю, то, что герой страны – это тот человек, который старается сделать как можно больше для своей страны и как-то ее улучшить. Патриот. Патриот. То есть вы любите Россию? Да. А кого считаете героем нашей страны? Я считаю героями врачей и наших солдат, которые сейчас воюют. Потому что я считаю, что это надо иметь большое мужество, чтобы туда пойти. Это наша Родина, это ее великий, ну, хороший праздник, большой праздник, что мы все вместе, что все идет у нас нормально, что можем отмечать праздники. Угу. Хороший праздник. А кто для вас герой нашей страны? Может, какая-то категория людей, профессии, может, какие-то фамилии? Ну, сейчас я думаю, что военные все герои, потому что у меня вот племянник получил героя. Какой-то там орден за храбрость. Я считаю, что это сейчас военные самые наши герои. Это более патриотичный праздник. Каждый проявляет свою любовь к родине. И, в принципе, это очень хороший день. Здорово. А кто для вас герой нашей страны? Героем для нашей страны является, мне кажется, каждый человек, который уважает свое государство, свою родину и не дает ее в обиду. А кто для вас
герои из нашей страны? На данный момент люди, которые, несмотря на такие трудные условия, живут, умеют радоваться цветам, природе, хорошей погоде, хорошим друзьям, встречаются и спасают друг друга от одиночества. День любимой страны. Я не знаю, я не задумывалась никогда об этом. Вы отмечаете его? Да, конечно. Как? Как с семьей выходим в центр, гуляем, вспоминаем то, что, слава богу, в нашем городе мирное время, благодаря нашим прадедам, прабабушкам. Мы очень этому рады. Но, к сожалению, сейчас на Украине очень сложное время. Сейчас наши парни там воюют за нас. Сейчас у нас обстановка, скажем так, на Украине неспокойна, неоднозначно даже, можно так сказать. Поэтому все, кто ежедневно участвует там, по поводу гуманитарной помощи, тоже герои. Врачи наши герои. Молодежь, те, кто умные. Итак, ульяновцы любят Россию, являются истинными и искренними патриотами своей страны. А герои России для них – это военные, которые сегодня ценой своей жизни участвуют в специальной военной операции на Украине. А еще это обычные люди – врачи, учителя, родные и знакомые. Валентина Никонова, Сергей Кудаков. Специально для «Улправда ТВ».